привет, и на канале Твой Арт. Сегодня мы с вами научимся делать вот такую миленькую открыточку с кошечкой. Такая открыточка станет чудесным подарочком для ваших мам на 8 марта. Смотрите это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. Поехали! Это видео до конца. Мы сегодня с вами научились рисовать вот такую кошечку и сделали вот такую открыточку сердечко. Нарисовали на одном листке бумаги саму кошечку и приклеили, вырезав по контуру второе сердечко. И получили такую чудесную открыточку. Такой открыточкой вы можете поздравить своих мам с 8 марта, с днем матери или просто с днем рождения. Дарите такие подарочки своим друзьям и близким. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока. До новых встреч, друзья!